Видели Бога свидетельствовавши тебе, возлюбленного тебя сына именуя, и дух видит облудение, известовавши слове все утверждение, явлейся Христе Боже, и мир просвещай слава тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Явлейся и сих исцеление, и свет Твой, Господи, знамя нося на нас, в разуме поющих Тя, пришел и явился и си, свет непрестанный. Яко святости, Боже наш, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Благословен гряды во имя Господне, Бог Господь, и явися нам. Благословен гряды во имя Господне, Бог Господь, и явися нам. Исповедайтеся Господеве, яко благ, яко век, милость Его. Благословен гряды во имя Господне, Бог Господь, и явися нам. Благословен гряды во имя Господне, Бог Господь, и явися нам. Премудрость. Титу, послание святого апостола Павла, чтение. Чадо Тите, явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония, и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Мир тебе, чтущему. И Духови Твоему. И мудрость. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя.
принесите, Господеви, Сынови Божии, принесите, Господеви, Сыни Овни. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Глаз Господень на водах, Бог славы возгремеет, Господь на водах многих. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. И мудрость просим, услышим, Святаго Евангелия, мир всем. Люби твоему. От Матфея Святаго Евангелия чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Вон мне. Приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И се, отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас с небес глаголящий: се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Всем все от всей души, от всего помышления нашей Горце. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Боже, Отец наших, молимся. Услыши и помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по милости Твоей, молимся. Услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Российской Церкви, Господи, нашим высокопреосвященнейшим, Запалитель Иони, все во Христе, братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Страны наши российские, правители всех православных людей, в Отечестве, в России несущих и о спасении. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не хотя смерти грешных, но еже обратитесь и живым быть, и пощади, и помилуй рабов твоих, болящих. Митрополит Илариона, епископа Евтихия, Валерия, Сергия, Татьяна, Игорь, Игнатия, Анастасия, Валентина, Любовь, Валентина, Людмила, Тамара, Надежда, Валентина, Полинария, Галина, Мария, Анна, Раиса, Татьяна, Янина, Маргарита, Алевтина, Александры, Любови, Раисы, Ольги, Татьяны, Людмилы, Валентины, и простека благосердца при грешении, волей, неволей, даром здравия, душевное и телесное, молимся тебе, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бога нашего и ближнего своего сотвори, да ненависти, вражды, обиды и прочее беззаконие прекратятся, истинная же любовь да царствует в сердцах наших. Молимся Спасителю наш, услыши и милости мно, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся памятных святейших патриархов православных и создатели святых храмов Божиих, и о всех прежде почивших отцах и братьях, где лежащих и повсюду православные. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся, милуй.
прощения, оставления грехов правом Божии, всех здесь предстоящих и молящихся, и всех заповедавших нам недостойно молитесь о них. Ой же всем даровайтесь душевного спасения и телесного здравия. Молимся Тебе, Господи, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всем храме, всем трудающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя великие и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бог, если Тебе славу воссылаем Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Помяни нас, Господи.